Всем привет, с вами Макс Риск, и я сегодня расскажу, какое мнение о персонаже, какой персонаж выбрали на старте. О, прям смотрите, бум написано. Итак, нам рекомендуется зеленая фракция, это, конечно, очень классно. Нам еще плюс дают 200, потому что их хочет там мало. Как я вижу, то нам дается 6% к урону, стена уголому. Скорость обучения для начала тоже очень важна. И сейчас такое антивыдал под демием. Говорят, коронавирус, поэтому сейчас все сидят дома. Я вам, конечно, не рекомендую его брать, а рекомендую брать его персонажа. Давайте немножко попозже. Скорость, скорость, железо, минус 2. Но это вроде бы не важно. Если сейчас демием, то есть премиум. Для того, чтобы призывать, чтобы набрать 2 миллиона, там войск, может быть даже 3. Так, у нас дальше идет одноглазый Эрик, самый любимый персонаж. Вот для него, конечно же, нужно убрать. Потому что у него тут урон по мутантам 10%. Если у вас там куча времени, то убирайте его. А если вы там работаете или учитесь, то, конечно же, убирайте зеленую фракцию. Также, конечно, тут еще есть синяя фракция. Технологии. Даже не знаю, брать или не брать. Скорость лечения минус 3, там мне так. Это, конечно, плохо очень. Войскам вообще будет растеряны. 12 минут ждать, чтобы прям уже это все было. Это нужно время на это. Время как Адам Лазарик. Скорость исследования. И защита гонщиков. Тоже ничего хорошего. Если вы там немного убиваете гигантов, также 12 восстановление очков действий, что тоже очень классно. Также есть скорость марша. Время. И также есть желтая фракция. Ну, могут, можно сказать, ее на оранжевую фракцию. Ну, по-моему, это желтый. Мускул, силы, мощь. Атака стрелков 5%. Кстати, тоже, конечно, главное, но нам рекомендация, поэтому берем, идем, почему бы нет. Вместимость. Госпиталь 5000. Восстановление энергии. Восстановление энергии. У нас тут восстановление очков действия. Энергия. Действия. Тоже под вопросом. Англазарик, значит, сейчас лучше брать, если вы активны, если не активны, берите зеленую фракцию, зелено-красную фракцию, защита громил, скорость строительства, ну это уже такое вот, скорость сбора ресурсов, пищи, это потом, если вы там профессионал, берите красную фракцию, но я еще не профессионал. О, фиолетовый, кстати, я уже рассказывал вам о еще одном персонаже, называется ролик «Создал новую игру». Wedge Waves, совет какая лучше Wedge Waves. Поиск можно найти. Просто слово создал новую игру Wedge Waves. Там сразу выбивает наш ролик 20-минутный. Здравый войск, 3%. Там тоже очень главное. Загрузка войск. А куда именно загрузка? Установление очков действия. Ну, два персонажа для профессионалов. И у нас, значит, как и ты стабильный, а вот зеленая фракция, а кому еще нет времени, они вам помогут в атаке и скорость обучения. Стоп, а ну да, там же 4 часа ждать. Ух ты, ё-моё, даже один день ждать, так что это очень главное. Я сейчас выберу ее зеленую фракцию, черную фракцию. Давайте выбираем, конечно, зеленую. Я вступаю, вы пока что подписывайтесь на этот канал. Вау, всегда я видел здесь капитана Эрика. Я всегда это помню. У нас также есть значочек такой вот. Хорошо, выбор. Обезьяна. Пороховые послушники. Твои послушники приветствуют тебя. Мы научим тебя всему, что нужно знать о взрывах. О, взрывы значит тоже очень хорошо. Ну, я помню, что он был наоборот. Потом его изменили.
чтобы было тоже так красиво, нужно скорее запустить ракету в космос. Поэтому всем привет, просмотр, с вами Макс Риск. Рекомендую посмотреть ролик создан новый игру Edge Waves. Там тоже очень классный совет, там тоже, конечно же, одноглазый Эрик и еще один персонаж. Ну, это, конечно, не мой был выбор, но тоже очень хороший выбор. Всем удачи и пока.